Всем привет! Сегодня иду делать те самые трендовые ногти. Во-первых, посмотрите на мое до. Мне безумно нравился этот дизайн, но, к сожалению, некоторые ногти поотпадали. А еще это был точно не мой день, потому что я приехала на запись за час. Сама не знаю, как это получилось, что я ошиблась. Раз у меня был час свободного времени, я пошла к подруге подарить им половину своего новогоднего подарка. Потому что вторую половину мне просто уже 4 дня не привозит курьер. Мы подарили им кофемолку. Ради этого дизайна мне пришлось обрезать ногти. А еще, мне кажется, его уже сделали все блогеры. Но я, как всегда, все в последнюю очередь. А еще мне подарили такой новогодний подарочек, это очень приятно. И вот такой обалденный результат у нас получился. Пишите, как вам, похоже или нет. Попробуйте угадать цену в комментариях, а я напишу тому, кто ответил правильно.